сегодня не пойдет. На-на-на-на. Боже мой, Ниночка, це ти, боже, подружечка моя роднуха. Я думала, ты после нашего вчерашнего дня рождения не ногой на работу. Боже, я так рада. Я так рада. Что у нас сегодня за день? Понедельник. Значит, разводим сачок на 30%. Ой, Женечка, пришусь, а не вторник, я ж чёрт. Да? Так, значит, разводим сачок на 60%. Все. Сок березовый с мякотью, Нина. Что у нас в ассортименте? Ой, так, булочка. Так, булочка у нас вчерашняя. Почем у нас сегодня, Нина? 2500. Нина, 2500 то мало, давай 2470 и все. Женечка, родная, не будем мелочиться, 3620 и все. Все, что мы первый раз замужем, чем? Так. Так, все, что у нас в меню? Вымя нет, пельмени есть и дыр в собственном соку. Вымя нет, то голец и нежный пойдет. Слушай, я же забыла тебе раз. Что ты, сука, ты еще 5 минут до открытия, стоять. Ниночка, слуха, давай да рассказывай. Нина. Вот, блядь, я же стукатить, я же буду гапать, блядь, по нервам же буду стукатить. Вот, Алина, само сраня, в мене же вот такая голова. Ну так, слуха, я сила четверку, ты перебудила, сила в двойку, я чуть не вмерла, сижу, в мене же... Что тебе, мальчик? Я девочка. Боже мой, девочка, красавица. Что тебе, солнышко, что тебе? Кушать, да? Ну вот бери, девочка, котлетки говняди, короче, по 38, вкусни. Я не бачу, что у него говняди. Ну бери тебе сачок. Ух, сачок, бери хорош, сегодня утром растетёный, бери. Хочу прусак в стакане. Где там твой прусак? Ну где там твой прусак? Ты не прусак, а изюм. Сама ж гадина и кинула. Что там? Ну ты села четверка, да. Я села двойку, ну на. Сижу, лежу в троллейбус, держусь за перила, ну все нормально. Ну, да. На заднем сиденье сидит наш родной Коленька. Я еще бегом домой, здесь бегом. Всех там, положено. Нет, женщина полагается, все нормально. Изучили с Колей новую песню. Сейчас женщина красивая, такая в костюме пела, такая. А по радио, да? Прическа такая. Да. Сейчас вот это запоют. Больно мне. Боже, Катрин, такая со стрижкой девочка, мальчик. Дай. Больно. Нет, ты трошки не туда, Жанночка. После вчера. Больно мне, больно. Не унять эту злую боль. Что такое? Представьте мне, пожалуйста, меню. Он меню перед вашими, извиняюсь за выражение, глазами. Простите, но не могу разобрать, что означает дыр в собственном соку. Прощай, ну что ж ты такое непонятно? Дыр и собственном соку. Мне, пожалуйста, первое и третье. Ой, и первое, второе, да и третье. Пельмени. Будем есть пельмени. По возможности вилочку с ножом. О, и еще вилочку, да еще. Коля, 5 баллов. Коля, 3 зрительских симпатий. Давай. Давай, Коленька, давай. Приятного аппетита. Чтоб ты вдавилась. А мне в тюрьме работать, слышишь? На елки-палки, а? Астеля, я, на ж тебе не стоя, ні на грам. Ой, йоті, сережки, позорнітку. Глянь, боже, ляко даю на тіні пальчик. Глянь на мої. Красиві такі, за рубль 37 отгляла в 57-му году. Красиві. З берілом, да? І злочу ж неба, ну так. Глянь. Ой, ой. Шо? Да ви посмотрите. Посмотрите, что вы стоите. Что вы стоите? Посмотрите, вот здесь. Сама лазила, сама посмотрите. Что вы себе вообще позволяете, я не понимаю. Посмотрите. Да погляну, гляну. Шаг назад! Женюшка! Посмотрю! Боже, что там такое, Ниночка? Посмотрю! Вы как бы женщина не рыла, а едила, поела и пошла. Как все нормальные люди. Что там такое? Что там? А-а-а! Это паук! Ты еще тут? Что вы с меня дурочку валяете? А куда с тебя валять? Дальше уже некуда. Если вы мне через секунду не предоставите жалобную книгу, я сообщу в высшей инстанции, и ваши столовые закроют! Раз и навсегда! Через 5 минут до обеденный перерыв! Ну что, издеваетесь надо мной, я не поняла!
не поняла. Тебе не понравилась порция, давай я тебе их заменю. Нет! Я сыта досыта! Пусти, лень. Она сыта досыта, лень. Наелась, напылась, сыта досыта. Там все нервы. Вот и все. Все нервы. Мама утра, все нервы, глянь. Так, глянь, и рыла, дай рыла. Да. О, гай ты ори, глянь. Нет, чтоб кушать. Борщ! Моя баба, санстанция. Коля, що ти мелиш тим своїм дурнуватим? Коля, під'їхала машина, поняв, санстанція. Я тобі клянуся. Коля, батя, це мені розмахати. Що ти мені не віриш? Гляне, цього Колю. А, вийшов Коля і говорила, поп, спасибо жити. А що таке? Ти його пробувала? Ні, так ти. Я не розглянула його, мені ж не відня, а вам сказав. Ти думаєш, що ти його вариш? Боже, Ніна, ти не знаєш, це страшний чоловік, це страшний чоловік. Елеонора Вінихайловна. Так, ти що? Кінг-Конг жив, зараз розкажу. Вона вчора була у Літки, 41-й. Умалювайся, умалювайся. Я розкажу. Та заходить, а Літка лежить на сахарі. Получила, получила сахар. Ця заходить, пір'їна така в лобі. Ужас, ужас. Каже, встать, я сказала. Я сказала, встать. А Літка каже, та йди, ти каже. Не було, то ми то, ми сьогодні утром ага. На Літці, нормально, растворчиком, не було. Да. Побалакать же, все, все сделаем, да. Наш коллектив очень хороший. Наш коллектив хороший, читаем много, ходим в библиотеку, купим новую книжку, прочитаем ее от начала и до дна. Жанна книгу мы читаем до конца. Да. А ще ходили в кинотеатр. Чего вы туда ходили? Культпоход. Що за фільм ви дивились? Про жука. Ні, на що ти милиш? Про... Готов! Это пельмени. Так ви що кушать хочете? Да! Так може вам просто хлеба? Нет! Я сказала вот это! Вот это? Быстрее, мене труд полов впереди! Тогда не покушайте. Ой-ой. Быстренько, картошечка, огурчик, помыла. Помыла буквально секунда. Боже, Нина, все, атомное войно. Давай, Бион, давай, валяй, Бион. Ой, ну ты такой, я люблю, ну мы ждем. Я из половины резко, ты сказал, я дай, вставай, ты два маленьких, кусочка, ты два маленьких, болели, я такой. Жива! Жива! Нетка, жива! Разворачивай! Концерт по заявкам! Расцветали явной дугиной, груши поплыли, туманы над рекой. Выходили новый год! Ниночка, давай, бьем! Хороший компот. Компот!